почему зебры выглядят так, как выглядят. Снова мне приснился. Эй! Хватит болтать. Опять эротический. Он спас меня. Пол, только вот про тебя думала. Правда? Я немного в шоке, но ты мне снишься. Постоянно. Итак, этот герой сновидений. Загадочный незнакомец. Мне он тоже снился. А фотка есть? Я вам случайно не снился? А что, должны были? Да. Мне приходят сотни сообщений, даже интервью хотят взять. Это так странно. Пол, а ты уверен, что оно тебе надо? Почему я? Возможно, я просто избранный. Каково это быть звездой? Кому из вас я уже снился? Сегодня мне точно приснится кошмар. Хотел бы я всем сниться. Я тоже. Ну, что сказать, опыт интересный. А он как справляется с этой славой? Мы не из тех, кто любит внимание. Думаешь, кто-то видел тебя голым? И страстным. Надеюсь, я хорошо себя веду в ваших снах? Нет, вообще нет. Так теперь я крутой, наконец? Ну, на четверку. Теперь она считает, что я самый классный на свете. Вы понимаете, что играете с огнем? Пап, помоги! Но я же не причиняю никому вреда. Слава может иметь неприятные последствия. Вы должны быть к этому готовы. Может, пора прекращать. Что? Почему это? Все слишком запуталось. О чем ты? Герой наших снов.